24-й день. Мы продолжаем. Так, что у меня произошло? У меня обучился зомби. Не помню, в конце прошлой части вроде я это не показывал. Тут я с ящерами дрался. С одним намеренно, со вторым получилось случайно. Он сам на меня напал. Убил моего героя, пришлось возвращаться в замок. Так, ну и больше особо ничего не произошло. Вот сидел тут, лечился. Теперь вот будем думать, куда идти. Может, паука завалить, чтоб потом... Или город все-таки. Получается этот, хоть снизу отхватим город. Ну, поехали. С орехами. Надеюсь, что лазутчики империи и демонов... А, здесь же демон пролетал, я забыл еще. Ну вот, лазутчики не будут сюда прибывать и свои лозы ставить возле моих шахт. Отгонять мне их неким, к сожалению, денег нет. Пока что вот так вот перебиваемся, как можем. Ящеров тут расплодилось. Ну да, конечно, пройдешь тут. Ну, напасть не должны, учитывая, что... Может, этого убить все-таки. Тут в основном медузы. Медуза, медуза. Посмотрим. Их мучения будут долгими. Так. Может, стоило ящера верхнего убить? Может, и не стоило. Опять мне везет и ходит первая тень. Ну, полностью о везении скажем, если только попадет. Ну, попало, но, к сожалению... Да, к сожалению, вот такая вот хрень. Сколько точностью этой медузы? Просто жесть. Ну все, тут без шансов. Две медузы, это бесполезно. Да блин, какая у них точность? Меня это раздражает. Гады. Наверняка не больше, чем у призрака, но хотя у них вроде 60%. Да, 60%. Призрака 50. Ну, на 10% и насколько они точнее бьют. Промахиваются по одному. Несправедливо как-то. Тоже здесь непонятно сделано. Вот сколько дерусь с этими медузами, о них я говорю, ну, чтобы двух они промазали, это вообще о, редкость. Хотя точность, ну, 60%, неужели это много? Ой, с
здесь эти ящеры слишком жесткие. Давайте с жесткими ящерами подеремся. Такс. Первый сходился, бесполезно. Чего-то ждать, ставить блок. Дракон, убей медузу, самое главное. С остальными справимся как-нибудь. Ну, отлично. Завалили кабана. Человек-ящер. Лечить скелеты, не лечить. Вроде ускрешалок много, но это так кажется, когда ты начинаешь их тратить, потом в самый нужный момент их может и не быть. Чересчур одинаковая армия. Ящер, медуза, медуза, ящер. Все, никакого разнообразия. Могли бы еще какое-нибудь болотное существо, слизняка какого-нибудь придумать. Так, ну что, дракончик рока, хард рока. Ну погнали, чё? Мне проще это захватить, чем до дома, до хаты бежать, воскрешаться. Вампир, держись. Вампир, да я окей, я всегда держусь, да? 68. Завяжи их в узел. Ну, немного не того. Промазал. Лучше б нижнюю. Ну, замечательно. Еще обучились. Скелет пока в пролете. Жалко, дракона нельзя вот так вот положить пластом. Ждать неохота и назад ехать долго. Ладно, подлечим пару. Или может это девочка, дракош. Пол не определен. Чё ждать, надо бить, чтобы завалить медузу. Опа, а чё это он? Я думал, дракона будет бить. Ну хорошо, не зря я его тогда полечил сотенькой. Ну, вампирчик, мазилчик.
20-ку себе грыз. Попадаю, я жму быстрый бой. Ох, японский городовой. Сейчас вампиры же убьют. Если он сходится второй, но он сходился первый и есть, не промазал. Ух, братва обучилась. Но дракон-то я еще ладно построен, там 750 стоит. Надо смерть еще ковырять и ковырять. Змеи охраняли эту сферу, жаль, что они не умеют ей пользоваться. Какую сферу? Там что-то есть в городе? Воскрешает Пашух. Но я с фермой вроде не умею владеть. Можно попробовать продать. Блин, мне еще скелета воскрешать. А-а-а, надо дракона построить. Ну, придется подождать тогда. Ладно, придется пока пропустить. Сейчас сгоняю сферу, наверное, продам. И покопить деньжат, чтобы хоть кого-нибудь построить. Так, строю дракона. Сферу продал всего за 160 золотых. Не сильно. Ну что есть, то есть. Так, ну попробуем на этих ребятах обучиться. Обучить всего одного дракона. Скелета назад закину. Ну, ждать нельзя, надо бить, чтобы одну медузу завалить. Ну вот, это 60% попадает по всем. Просто я в трансе. Не выдержит удара вампирчик. Прощай. Ну ладно, зато его воскрешать проще. 200 золотых, нежели 400 скелета того же самого. Эликсир. Ай, да, тяжелый тут бои. Денег нету. Ни шерта нету. По сути, вот сейчас просто драться, как бы, смысла нет. Надо, если драться с кем-то, то за какие-то деньги там в развалинах. Ну, развалин пока я не вижу. Да и обычно дают там тоже не особо много. На смерть 2200. Скорый скелет, небось, обучится там 1500. Вот такие вот дела, ребята. Еще 20 копеек не хватает вампира воскресить. А, у меня же скелет недавно только обучился. Что-то я думал. Ну, дракон еще долго. Ну, в принципе, да. В ближайшее время только злой дух. Злой душочек. С ноготочек. Я даже банши не могу сделать. Ходить, лозы втыкать. Надо ехать вправо. Там наверняка демон все зачистил, наверняка есть золотые шахты. Есть где поживиться. Да знаю, что герой мертв. Еще по 1000 раз напоминаю.
Так, так. Я боюсь, сейчас вылезу. Демон возьмет меня, колданет чем-нибудь. Мой вампир заляжет на дно. Охренеть. Три ассасина 10 или выше уровня. У них там урон сколько? По 80, наверное, где-то. Ну, яд у меня ни на кого не подействует, но все же. 240 удар. Они же ходят раньше всех, кроме злого духа. Морской змей, ужас тоже. 15 уровня, небось, или выше даже. С ума сойти. О, город. Город сказка, город мечта. Надо было нам все-таки подлечиться в городе. Интересно, проскочу здесь снизу. Демонов отхвачу и город. Проскакиваю, так. Ну ладно, встану вот так. На безопасное расстояние. То сейчас окажусь возле города, он начнет что-нибудь колдовать. Я потихонечку сейчас. Главное, чтобы там где-нибудь рядом маны... Нет, золото лучше. Змей как будто танцует, такой ля-ля-ля, пью головой так вперед. Ту-ту. Ритм какой-то отбивает. В-третьих, десайп, скажешь, там жестко вот кракена сделал такой огромный. Змей тоже там вроде большой такой. Ну, погнали. Демоны, мы идем. О, отличный, золотая шахта рядом. Как я и хотел. Спасибочки. Не трожь меня, гад. Я на фату. Ладно, будем вверх. Просто замечательно. А нет, подождите. А, ну вампир сходил с вами. Лечился парень. Извини, дух, не будешь пока ты получать пособие. Обучаться, в смысле. Интересно, что там продают. Так у меня денег нет, что там продают. Так, ладно, думаю, я прирусь на некоторое время. Демонов все равно, наверное, там интересных юнитов не осталось. В плане нейтралов наверняка он почти тут всех завалил. Но я пока не собираюсь с сильными драться. Буду выжидать, когда у меня денежки на смерть накопятся. Так. Что тут произошло? В общем, здесь сидит красный дракон 6 уровня, урон 190. Пошел он нафиг. Этот демон... Сейчас я попробую с ним подраться, вы увидите, что у него там за армия. Ну и здесь, в принципе, столица демонская.
Не знаю, стоит ли направить туда банши. Ну, надо еще попробовать этот, с этим подраться. Не знаю, что получится. Давайте так сделаем. Мне просто страшно смотреть, какой урон у его героя. Все потому, что он 15 уровня. Урон 90, 80, 77 будет. Ну, духа не добьет, ладно. Духа не добьет. Ну, не знаю, наверное, будет. Кстати, не посмотрел, какой у него. Инициатива, что ли? О, вообще красавчик, парень, да! Инициатива такая же. Он себе ничего не поднимал. А вот это уже инициатива 40 вроде. А, ну просто не поздно. Ха-ха, промазал. Я имею в виду. Обращение в камень? Разум. Видимо, пофиксили, у него должна земля быть. В общем, вот так дружок и проигрывает. То есть то, что подтаковать, он лечит. Даже если бы он ударил, его бы это сильно не спасло, так как у меня парализатор, ну и плюс у него бойцы, конечно, вот эти. Хотя вот где он этого нашел, может ему вначале дали этого повелителя ада. Так что я получаю халявный опыт, и самое главное, я надеюсь, я получаю его шикарные артефакты и вещи, которые я смогу продать, чтобы потом сделать себе что-нибудь сделать, короче. У меня тень обучилась. Эстемония. Да, прощай. Чё, это всё? Где ещё? Чё за бред? Какая ты хрень. Ну что, ладно, рискую, делаю банши. 300 золотых, как от сердца, еще 50. Сейчас только пойду, он начнет на меня всякую гадость колдовать. Блин, ну я надеюсь, эту сферу смогу продать более-менее. Я думаю, у него там, у них обычно вещей там выше крыши, а здесь что-то он, наверное, все зелья истратил. Но зелья я обычно не продаю, а... Я не знаю, ну как так? Или он часть передал второму герою своему? Ой, да, 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 напал, блин, задолбал перекрывать дорогу. Самулеты какие-то. Вызывает скелета рыцарь. Да у меня скоро этот скелет рыцарь сам будет. 1200, еще штукарь нужен. Штукарь. Штукаридзе. Просто жесткие отряды. Ладно, пока здесь встанем.
в атаку. Молодец, косая. Косая. Ладно, завалили, и то ладно. Кстати, там эльфийский отряд. Возможно, где-то в тех местах обитает этот Лакхлан. Лачлан, как его еще в некоторых версиях перевели. Что это? Ходы отобрал у меня. Кстати, демон здесь может эти очки ходов отнимать. Я помню, он мне вредил так иногда. Такой вот нехороший. Нет, а что он мне сделал? Инициативу понизил. Ну, благодарю. Только что это дало для него, не знаю. А, или он думал, я сейчас на него... Интересно, есть смысл отходить этот город? Или нет? Ну смотрите, он как в воду глядел, да? Видимо, он чувствовал, что я нападаю на город. А вот у него еще от армии. Шо ж ты, парень-то, а? Вот взял бы себе суккуба. Глядишь, он бы у тебя сходился раньше, и я бы потерпел поражение. Так, он сидит у тебя в городе, охраняет непонятно что. Вот и вообще 40% точно. Ну попало по троим. Да мне не страшно крови. Давай бес. А нет, сначала это, а потом бес. Сейчас кия карате будет. Кия. А, он лапы машет. Ну он ногой как-то бил себе. Все, демон больше не боец. Тоже же. Нет, не исследовано. Может, там что-то интересное есть? Где я получу больших люлей? Чувствую, мне пока придется главным героем здесь тусоваться, пока я не сделаю второго. Жалко, у меня дракошу убили. Второй бы здесь сидел, держал демонов, которые еще будут выходить из столицы. Ну что, давайте... Нет. Сейчас скелетом проверим, что там находится. Наверняка что-то злобно, раз герой этот у демонов не напал сюда. Да они вообще трусы. Иду проклятый. Они нападают только на тех, кого, в принципе, как уверены, что выиграют. Ну, урон слабенький. Да, высокий уровень, но... Они за счет яда своего берут. А, у меня иммунитет от яда, это хорошо.
Главное, чтобы денег нормально дали. Будем нижнего бить. Ну что ж ты, призрак, так хреново ударил. И раз. И два. Ладно, думаю, тут все понятно. Я надеюсь, никто там не промажет по нижнему. Есть, есть, есть. Я получил достаточно суммы. Посох бури. Только бы он не колданул чуть на моего Носфератика. Все, следующим ходом я буду строить смерть. И останется только найти жертву, на которую я бы ее обучил не слишком сильно. Кто там поплыл? Ну, вон одну жертву вижу. Но она далеко. Конечно, подождать, когда он сделает героя. Думаю, это будет скоро, потому что он уже сколько наемник, кого он тут прячет. Так, ну чё, наконец-то. А, это 2200, это этот стоит сущий. А смерть же 1800, точно. У меня еще целых 500 золотеньких осталось. Ура, ура, ура! Может, даже второго героя сделаю. Он будет здесь контролировать демонов. Я буду так счастлив. Наверное, сделаю личницу. Передам ей свиток. Может, стоило вора сделать, тырить что-нибудь. Чё вор, 150 золотых, зато можно натырить. Хорошую сумму. Что у тебя тут есть? Упырь есть. 570. 10 уровня, ничего себе. Кстати, недорого. Может взять. Ходить. Нападать на всех. А чё, где у него мана ада? Смотрите, ему даже ману ада не дали. Обделили парня. Да вообще тут что-то маны как-то маловато. Блин, опасно тут ходить. Ну чё он там, выдвинет кого-нибудь, своего героя какого-нибудь, чтобы я обучился уже наконец.
Уже весь в ожидании. Давай, давай. Ух ты, это маг. Я думаю, это вор там бегает. Так, маг, рускир маг. Давайте посмотрим, кто у него. Он так уверенно идет на этот город, так очень хочет его захватить. Это, неужели его самый сильный герой? Да, смотрите. Неплохой у него тут. Как его? Комплект такой. Жесть просто. Свою личевку тащить отсюда, потому что там ребята. Через все это пока я дойду, надо подождать все-таки, когда он сделает героя, потому что так я буду примерно ориентировать, через сколько он сможет другого сделать. То есть сейчас у него, если больше золотых шахт нет, по 150 идет. 3-4 хода он точно не будет никого делать. Ну там маг опасно ходит. Что-то он туда залез. Ну! Ну делай же, герои, ну я тебя жду уже. Все тебя ждем. Ходить не хочется. Здесь закрыто, да. Чё там, эльф или кто стоит? Эльфийские ребята. Ну ладно, все, последний ход, короче, ждем его и все, короче, я заканчиваю эту часть. Ой. Личевку все равно сделаю. Ишханджи. Три часа будет она добираться. Только бы ее кто-нибудь не завалил там по пути. Ишандхи. В принципе, к своим героям могу бросить этот свиток возле города какого-нибудь. Она потом подберет. Ой, маг, я тебя боюсь. Только не нападай на меня. Да, вот он сделал героя. Не смей только его парализовать, иначе я тебя прибью. Да нет, у него нет магии смерти. Или... А, хотя нет, у него зато есть магия жизни. Да куда ты, вора, послал? Ладно, все, заканчиваем на этом серию. Думаю, найду какого-нибудь слабого врага, чтобы обучиться. Ну а там видно будет. В общем, всем пока.